Во Владивостоке более 30 адресов отремонтировали в этом году. На дорогах укладывали новый асфальт, благоустраивали тротуары, монтировали уличное освещение, ремонтировали сети ливневой канализации, устанавливали новые знаки и проводили другие работы по благоустройству. По словам жителей Жугура-2, они ждали много лет не только ремонт дороги, но и создание пешеходной зоны. Много лет ничего не было, ямы страшные были. Вот тротуары наконец-то, тротуара вообще не было. Сейчас, слава богу, есть. Спасибо, что сделали. Отремонтировали и проезд от Баляева 56 до Котельникова 30, который ведет к многоквартирным домам и детскому саду номер 182. Дорога давно пришла в негодность и требовала ремонта. Здесь монтировали сеть ливневой канализации, провели необходимую подготовку и уложили новое асфальтовое покрытие. Напомним, работы велись по заказу мэрии Владивостока. Также продолжается дорожный ремонт на Русском острове. В планах у городской администрации заасфальтировать в этом году сразу два участка – до Экипажного и до поселка Кэт. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.